Иванович, что за этот год изменилось в биг-бенде? Результатом нашей поездки в Чехию на фестиваль «Фижо» явилось то, что мы уже сейчас готовы к названию «Оркестр популярной и джазовой музыки» добавить «Парад-оркестр». А в новом 1999 году перенести все великолепие европейских шествий городских на улицы нашего родного города Нижнего Тагила. А подводя итоги этого года, о чем можно сказать с уверенностью? С уверенностью можно сказать то, что артисты оркестра, балет оркестра, солисты оркестра в великолепной форме. Белая метелица, на серый город стелится зима. Как всегда непрошено аллей запорошила она. Снова ветры дуют, до весны во власти будут холода. Спит и видит сны под снегом матушки зимы моя страна. А где-то в море, в море, в море, в море корабли, и с ветром спорят, спорят, спорят паруса вдали, и вновь зовут меня к себе в пыльные острова. Там где-то в море, в море, в море, как лазурный сон, и с берегами спорят, спорят, сон зеленый волн. А здесь лежат снега, но это родина моя. Отметет метелица, взойдет на трон волшебница весна. Все опять вернется, и страна моя очнется ото сна. Родина Россия, в ней любовь моя и сила, и судьба. Не ищу подвоха, мне и здесь совсем неплохо, господа. А где-то в море, в море, в море, в море корабли, и с ветром спорят, спорят, спорят паруса вдали, и вновь зовут меня к себе в пыльные острова. Там где-то в море, в море, в море, как лазурный сон, и с берегами спорят, спорят, стол зеленый пол. А здесь лежат снега, но это родина моя. Но это родина моя. В этот юбилейный для себя год вы, как мэтр тагильской эстрады, что можете пожелать тем, кто стартует сегодня на эстраде, на сцене? Очень много пожелать можно людям, которые вот именно вот так вот стартуют. Ну, конечно же, крепкого здоровья, большого терпения, выдержки,
настроения хорошего. Ну и самое главное, было бы желание, будет успех. Всего три слова «Ночь под Рождество». Казалось бы, вмещается в них много, но в них и Римский-Корсаков, и Гоголь, и на земле небожное божество. В них снег хрустящий и голубоватый, и безалаберных веселых ног на нем следы. Что вы считаете перспективным в своем направлении? Вообще перспективы нашей работы очень огромны, потому что наш коллектив не однопланов, он работает в разных жанрах, а движение оно неисчерпаемо. И жанров очень много, которые помогают нам в этом. Перспектива также еще и в том, что наши серые дни в будни, душа всегда требует праздника, и мы стараемся его дарить людям. Ветер выл, и даже лая, падал снег и сразу таял. Под надзором сотен глаз, в тишине туманных фраз, без намека на обман, был написан наш роман. Тиши, кто-то все за нас решит.
Ольга, были периоды, когда в вашей жизни не было сцены, не было эстрады. Какое ощущение вы испытываете, когда возвращаетесь на эстраду? Вы знаете, сцена, песня – это мой храм, где я душой и телом отдыхаю. Поэтому большой разницы для меня нет. Куда бы меня жизнь, ситуации жизненно не забрасывали, это всегда во мне, это со мной. И доставляет огромное удовольствие общение со зрителем. Скажите, а какой репертуар сейчас у вас? Ну, мы еще, в силу того, что я недавно вернулась, мы еще работаем над репертуаром. И я думаю, все, что я еще не спела, мой слушатель, мой зритель обязательно увидит и услышит. Thank you.
Евгений Иванович, кто пишет аранжировки для вашего оркестра, для ваших солистов? Ну, для нашего оркестра пишут наши же музыканты, 3 человека. Из них это я и еще 2 музыканта. То есть заказывать аранжировки куда-то слишком хлопотное дело нынче. Скажите, а что-то неожиданное, новое для своих поклонников в этом году вы готовите? Ну, естественно. Большую джазовую программу, большую шоу-программу. Ну, проекты есть, но об этом сейчас рано пока говорить, потому что, очевидно, карты раскрывать не стоит. Что вы хотите пожелать тагильчанам в новом году? Пожелать много здоровья и успешного начала Нового года. Во всей вселенной настолько двое, и эти двое всегда одно. Я и желание. Живи, живое. Тебе бессмертие предрешено. Между нами ложь, и в твоих глазах ночь. Завтра ты уйдешь из моей судьбы прочь. Отпущу без слов, сыграна роль. Из далеких снов ветром принесло боль. Это право последней ночи. Никому ни за что не отдам. Прокляни меня, если хочешь. Моим губам мы друг друга сейчас простили и сгораем в последний раз. Боже праведный, дай мне силы улыбнуться в прощальный час. Каждый принимал правила игры грех. Знал, что ожидал горестный финал всех. Опустеет дом, не сложить жизнь. За моим окном снова белый снег чист. Это право последней ночи. Никому ни за что не отдам. Прокляни меня, если хочешь, но доверься моим. Сейчас простили и сгораем в последний раз. Боже праведный, дай мне силы улыбнуться в прощальный час. Сейчас простили и сгораем в последний раз. Боже праведный, дай мне силы улыбнуться в прощальный час. Боже праведный, дай мне силы улыбнуться в прощальный час. Ира, прекрасные результаты педагогической деятельности, коллективы интересные, сольное пение радует ваших почитателей вашего таланта. От чего все-таки больше удовольствия вы получаете? Ну, это, мне кажется, совершенно разные вещи. Мне есть что преподать детям и есть о чем пообщаться с моей любимой публикой. В этом году ваша дочь поступила? Она поступила в Московский государственное училище эстрадно-джазового искусства. Большая радость. Мы поздравляем вас с этим успехом. Мы желаем девочке огромных творческих успехов. Спасибо большое. Я хотела бы поздравить всех своих друзей, всех близких, всех тагильчан
с Рождеством, с Новым годом, пожелать всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы. С Новым годом! Горды спят и умолкает зал. Легкий жест о многом рассказал. Пара фраз и зал бросает дрожь. Чьей судьбой сегодня ты живешь? Тот, где тот на больнице, сегодня кошка, завтра я львица. И доброе слово о друге хорошем скажите. И вспомните близких, которых поблизости нет. Мы вовсе не истину ищем в бокале хрустальном. Мы слишком жестоки и холодны трезвым умом. Если от злой суеты повседневной устали, друзей соберите и всех напоите вином. Oh.
друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, поют, выбивают года. Как редки становятся добрые встречи с друзьями, которые сердцем к тебе и с открытой душой. Давайте же клясться на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел. Становятся добрые встречи с друзьями, которые сердцем тебе и с открытой душой. Давайте же клясться на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел. Людмила, после участия в фестивале «Фижо» есть желание участвовать в других конкурсах? Ну, в данный момент у меня очень много работы и много учебы, поэтому я об этом как-то не задумывалась, но если мне предоставится еще такая возможность, я буду счастлива поучаствовать. А вообще с ощущением победы, комфорта легче живется? Ну, я думаю, что любой женщине будет приятно победить в конкурсе. И я всем желаю удачи, счастья и побед. С Новым годом! Эй, чевалы! Ух, красавицы черноглазые!
слов. Все цыгане спят, не пробудет снов. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Златоглавая, звон колоколов, царь пушка державная, аромат пирогов. Конфетки бараночки, словно лебеди саночки, эх, вы кони зарёдные, слышит звон заплуча. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Залетную и коней синих птиц. Помню очи усталые, шепот длинных ресниц. Конфетки бараночки, словно лебеди саночки, эх, вы кони залетные, слышит звон каблучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сгибаю рыхлый снег с каблучка. Конфетки бараночки, словно лебеди саночки, эх, вы кони залетные, слышу звон заблучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Thank you.
мужчин все равно не перелюбишь, всего вина не выпьешь все равно. Неосторожностью любовь погубишь, раз жизнь одна и счастье лишь одно. Мы в этой жизни только гости, немного погостим и станем уходить, кто раньше, кто поздней. Все поначалу было просто, чем дальше, тем трудней, и жизнь летит быстрей, и мы бежим за ней. Как свеча горяча стекает струйкой воска, тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не клянись, не обещай, что проживешь как надо жизнь. Взгляни судьбе в глаза. Нам в жизни так бывает больно, и с раненной душой стремимся к небесам, ища спасенье там. И можно быть судьбой довольным, но так и не понять, что есть ты на земле, отдавшись в небеса. А душа улетит, все забудет, но Бог ей все простит. Была душа легка, просто так надо жить, чтоб неустанно радость и любовь дарить всем тем, кто здесь в гостях. Познакомить вас с теми, кто принимал участие в нашей рождественской программе. Солисты оркестра Ольга Седова. Елена Думачева. Инга Шелудюкова. Владимир Яковенко. Фаст. Руководитель вокальной группы, солистка оркестра Ирина Живякина. Балетная группа оркестра «Балетмейстер» Вера Бахтиярова. Оркестр популярной джазовой музыки «Никон Биг Бен». Пономаренко. Световое оформление Сергей Сергеев, Михаил Канин. Звуковое оформление Дамир Магдеев, Анатолий Сушков. Художественное оформление нашего дансинг-зала Сергей Хворос.
художественный руководитель оркестра популярной джазовой музыки Nikon Big Band Виктор Владон. С Новым годом! С Рождеством Христовым вас! Счастья, любви, здоровья, согласия!